Позади главное событие минувшей недели. Праздник, к которому долго готовились. Праздник радости, скорби и памяти. Великий праздник, День Победы. В эти майские дни мы с особой признательностью и теплотой вспоминаем тех, кто своей жизнью заплатил за мир, свободу и независимость нашей Родины. В преддверии празднования 65-й годовщины Победы в Угличе прошел ряд торжественных мероприятий, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны. Митинг в честь героя Советского Союза Сергея Васильевича Вавилова стал очередным значимым событием минувшей недели. 7 мая на фасаде Угличского индустриально-педагогического колледжа была установлена мемориальная доска в память о нашем земляке. Угличская земля взрастила героев Советского Союза. И сегодня, открывая мемориальную доску, мы низко склоняем головы. Мы отдаем дань памяти одному из них, Сергею Васильевичу Вавилову, герою Советского Союза, учителю, солдату, гражданину, славному выпускнику Угличского педагогического колледжа. Большую часть жизни Сергей Вавилов посвятил профессии учителя. В 1943 году за образцовое выполнение приказа командования на фронте, борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, Вавилову Сергею Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Учитель, солдат, гражданин. Именно эти слова как нельзя лучше отражают судьбу Сергея Вавилова. Это очень символично, я подумала о том, что мы сегодня открыли мемориальную доску, и именно не просто в 65-летие победы над фашизмом, но и в год учителя. Герой Советского Союза, артиллерист, учитель. На самом деле это очень гордо и красиво в прямом смысле этого слова. Торжественный митинг объединил представителей разных поколений. В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие студенты, ветераны и родственники Сергея Вавилова. 65 лет отделяют нас от победного 9 мая 1945 года. Чувство гордости, любви к родине и восхищение подвигами русских солдат остается и по сей день. Татьяна Абаляева, Светлана Бароненкова, Тимур Соломнишвили, Угличское общественное телевидение.